Нижегородская дума согласовала уменьшение доходов бюджета на 274,7 миллиона рублей из-за недобора по налогам. Об этом сообщает корреспондент НТВ, который сейчас находится на заседании. Доходы городского бюджета снижены на 274 миллиона рублей, расходы на 74 миллиона. Дефицит при этом увеличится на 200 миллионов рублей, составит 3,2 миллиарда. Правки связаны с обращением прокуратуры Нижнего Новгорода. 16 октября прокуратура направила в адрес главы города письмо. В нем отмечается, что город не исполняет план по доходам. Прокуратура требует уменьшить параметры бюджета и привести прогнозные показатели к реалистичному расчету доходов и расходов. При этом обращается внимание, что кредиторская задолженность на 1 октября 2017 года составляет 1,2 миллиарда рублей. На заседании прокурор Андрей Гальченко заявил, что принятых изменений в бюджет все равно недостаточно. Годовой план по доходам составляет 9,4 миллиарда рублей. На 1 ноября 2017 года исполнено только 70%, 6,9 миллиардов рублей. Кредиторская задолженность на текущий месяц составляет более миллиарда рублей. Он обратился к мэрии с требованием привести бюджетные и налоговые показатели в порядок в ноябре-декабре.